Эй, всем привет, с вами Шет, и добро пожаловать в космические приключения. Сегодня мой напарник The Master. Всем привет, ребята. Насколько, как вы помните, в прошлой серии мы нашли этот замечательное место для этого отличного дома, придумали импровизированную такую платформу, на которой легко и просто можно будет сделать все механизмы и потом построить ракету и все такое. Да, вот. Космическую, в космос, чтобы слетать и там уже сделать станции и все, что там можно делать. Да, ну вот, и мы решили копать шахту, чтобы особо не париться на тему ресурсов, чтобы не умирать постоянно. И самое внезапное, то, что было, это мы наткнулись на настоящую шахту. На настоящую шахту с рельсами, с пауками, с перилами. Слушай, я, пожалуй, сломаю спаунер пауков. Ну что, спаунер пауков все это время был? Да, вот он. Так, господи, у тебя есть меч? Кажется, нет. У меня тоже нет. Слушай, я думаю, проще будет вот так быстрее. Чем ломать паутину. А почему они не спавнятся, слышишь? Не спавнились! Вот, потому что ты не спрашивал, ты не обращал внимания на то, что они не спавнятся. Да. Слушай, у меня есть тут куча с собой железа, я, наверное, зря его взял в шахту, если умру, умрем, то потеряем. Но зато можем сделать мечи. Сейчас я сделаю тебе и себе меч. Сделай. Так. Я пока смотрю, что тут есть вообще рядышком. Слава богу, что ведро с водой всегда у меня. Так, тут, короче, крипер рядом застрял в паутине. Или это голова крипера лежит? Нет, это крипер. Голова крипера. Это значит, нам нужен меч. Меч? Так, да, мастер. Давай, на тебе меч. Так, давай, кидай. На тебе вот один меч. И я, пожалуй, сейчас поднимусь наверх, быстренько сейчас сплавлю инструменты. Ну, не инструменты, в смысле, а железо все обратно отнесу, чтобы если мы даже умерли, то не потерять его. А, если... это хорошо, сейчас тут пока пророюсь, поищу нужные нам ресурсы. Один из ресурсов, который нам очень сильно нужен. Кстати, да, можешь сделать еще у меня там кирку наверху, когда будешь? Ну, я так сейчас кирку делаю, сделаю две кирки железных и лопату одну. Да, можешь желательно, конечно, побольше сделать, но это уже на твое усмотрение. Ну, слушай, а ты не... О! О! Нет! 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 Так, вот заодно мы сейчас узнаем, спали ли мы тут или не спали. Мы там спали, но где... почему-то давай. Я... Где ты появился? Я в космосе. Так, ну сейчас, в космосе, да, сейчас... А, не, все отлагало, нет. Не спали? Да, скажи мне координаты. А, давай я просто тебя ТП-шну. А, ну давай, так будет быстрее, короче, ты бы знал, что там произошло. Это капец было. Так, стой, смотри, во-первых, я тебя ТП-шну, а во-вторых, давай спать. Да, давай спать. А то только хотел спросить, вы спали мы тут или не спали, оказывается, что нет. Вроде мы здесь спали, знаешь, вот я что-то помню такое, что мы вроде ложились, нет? Я помню, что мы кровать поставили. Я лег, давай, ложись. Я тоже лежу. Надо будет проверить. Главное, чтобы работало, потому что я помню, что иногда на таких вот серверах, где дофига модов, да, кровать перестает работать. Ничего себе, первый раз такой слышу. Ну, это иногда бывает, вот с такими вот модами, типа Галактик, Крафта и так далее. Ага. Механизмами. Короче, как я умер, сейчас тебе объясню. Давай. Прыгаю в воду, там нет крипера, нигде нет крипера, но он взрывается прямо рядом со мной. Может, я, конечно, слепой не заметил его. И потом я в воде... Там еще крипер взорвался, короче, я там где-то в низине пытаюсь выбраться, и крипер другой сверху заходит. Это вообще тебя окружили криперы со всех сторон. Здесь, короче, опасное место, очень много криперов, сразу же тебе говорю. Будь настороже. Ничего, буду предельно осторожен. Тебе лук сделать или не надо? Да не, о! Вот что нам нужно, я нашел осмиум, слышишь? Очень, очень хорошо. Осмиум? А, так, хорошо, ты уже... И кирка сломалась, черт. Тихо, сейчас принесу, я уже почти готов. Так, я осмиум еще... это очень полезный ресурс. Ой, вот тут много, слышит, это хорошо. Ну его приедет, должно быть много, ну как много. Так вот, ну как бы то его то он есть, то его нет. То есть из него, во-первых, хорошие инструменты делаются, это раз. А во-вторых, из него делаются всякие провода, кабели и первичные механизмы из мода, который здесь стоит механизм и. Как он называется? Сейчас тебе скажу, второй мод здесь называется. Сейчас быстренько гляну. Ага, то есть это как считается замена меди в индастриале. Ну, грубо говоря. Аналог да. Меди. Так, слушай, ты там свои вещи подобрал? Да, подобрал. Угу, хорошо, то есть они не пропали даром. Сейчас несу тебе кирки. У меня с собой аж три кирки железных. Одну себе оставлю и две тебе дам. Так, ну то есть он, в общем, многим... Ну знаешь, модулер Форсфилда здесь вроде не... или есть. Что? Ну я смотрю по модам, что здесь есть, что здесь нет, специально, чтобы уже знать, к чему готовить. Ну хорошо, а где ты? Скажи, куда мне там тебя притащить? А я в шахту, там, вот помнишь, где была паутина, я здесь. Вау, слушай, прикинь, мы уже на уровне золота. Да, я вот тут ровно или это, в шахте. Или это не золото, слушай, это какой-то желтый ресурс подозрительный. Такая ты в шахте? Да, я спустился. А где ты? Я тебя не вижу. Я вот с... начала. Лава не... Воу-воу-воу-воу. Так.
Все, я... Вот он я. А вот, давай, скидывай, скидывай, скидывай. Так, держи тебе раз кирка и два кирка. Отлично, вот смотри, вот такого нам нужен ресурс, смотри, поставлю. Угу. А, видел, видел. Слушай, а у меня сульфур есть. Что это такое? Сульфур тоже понадобится. Вообще он, по идее, для химии. Я знаю, да он там есть, да. Я его тоже тут видел, это я вот тут как раз выкапывал. Вот здесь вот сбоку, вот тут еще дальше он был. Его нам нужно как можно больше поначалу. Ну, не знаешь, не как можно больше, но, в общем, много где используется, и он нам, в принципе, пригодится. Ну, я думаю, мы так не спеша накопаем хотя бы стак. И все будет. И нам его хватит на ближайшее время. Как ну тут? Хотя, знаешь, по идее, нам сейчас нужны все ресурсы, я так скажу. Да этот ресурс, конечно, нам для билдкрафта ну как бы не нужен. А. Хотя мы собирались с тобой билдкрафт, если помнишь, поначалу делать. Да, помню. А, но для билдкрафта нам нужна будет. Нам нужны еще нужны алмазы будут. Да. Золото, еще золото. Очень еще много алмазов. Да. А, слушай, пойдем, наверное, давай держаться вместе и пойдем в глубину. Ну, как бы, с одной стороны, хороший план, да, но с другой стороны, если мы будем ходить порознь, то мы больше ресурсов выкопаем. А, но зато, блин, не знаю, как-то это будет более душевно, что мы будем ходить. А, ну давай, да, ты куда пошел? Иди сюда. Будем быстрее защищать, вот я. Эй, я сзади, я сзади. А, ты здесь, ты как-то сверху, как черепашка, этот. Стал, видишь, как бы ресурсов много вообще вокруг, и такие желтые, и оранжевые, и зеленые, и серо-бурмалиновые. Так, слушай, давай, а ты скажи приоритет, какие нам нужнее всего, какие потерпят? Пока что, знаешь, на самом деле я сам не помню, дай копать все. Ага. Пока что нам нужно все. Если выкопаем чего-то там, то, что будет не сильно нужно, вот, то это уж как-то, знаешь, ну, неважно. Угу. Ну, хорошо. Булыжник, если что, скинем, там, побольше ресурсов с тобой на первый раз возьмем, а потом уже будем копать вот именно то, чего нам будет вот явно не хватать. Ну, я думаю, когда карьер поставим, у нас как бы первоначальная проблема с ресурсами исчезнут, у нас будет как бы уже понемножку нет, всего. Нет, факелов нет. Карьер это да, карьер он начнет добывать много, но видишь, карьер это как бы, это палка о двух концах. Знаешь, почему я так думаю? Потому что, с одной стороны, да, он решит многие проблемы, но с другой стороны, он создаст новые проблемы, а именно энергетику. Ты где, кстати? А, посмотри по нику, тут я тебя видел. Мне просто тут темно, как... А вот я тебя вижу. Слушай, и... я слышу слаймиков. Слаймиков, он должен убить парочку, потому что поршни могут пригодиться вообще-то. Угу. Ну, имеется в виду липкие. Да, я понимаю. Я, кстати, недавно, ой, знаешь, я такой мод видел божественный, просто райский мод для билдеров. О, это вообще просто рай, я тебе отвечаю. Ну-ка, там чё более... Там более... Ой, я тоже вижу этих слаймиков. Ты видишь их? Я их пока да, только слышу. Да, они там, где вот... А, приветик, слайма! Это какой божественный мод, я тебе честно говорю, это вообще жесть, там более 1000 декоративных блоков, и причем они такие классные. Ничего себе. Знаешь, я когда обычно декоративные блоки когда видел, они все такие, блин, ну очень не вписывающиеся в Майнкрафт. Вот, и там к ним ступеньки, полублоки, решетки, разные стекла, декоративные льды там разные, в общем, вообще круто все сделано. И самое главное, знаешь, такой плагин World Edit? Ну да. Которые там вент, вся фигня, там эти все. Да, знаю, знаю. Вот все эти блоки с ним нормально взаимодействуют. Нифига себе. То есть, слушай. У меня билдер сейчас, один друг билдер, он же с ним там балуется, такие крепости, замки крутые строят. Можно потом тебе скрин скину. Очень здорово. Было бы интересно посмотреть, короче, знаешь, было бы классно сделать карту. Что-то все время, как ты знаешь, я только отворачиваюсь выкупать руду, поворачиваюсь, тебя уже нет. Ага. Ну я вижу, что они как бы держусь рядом, если что, чтобы прийти на помощь в нужную минуту и выкапываю руду. Тут, блин, знаешь, как-то очень много этих новых руд. Я тебе говорю, ну это тогда, это как бы это всегда так, когда с модами играешь, руд становится очень много, они торчат прямо из каждой дыры, и это как бы вполне нормально. А, просто они все такие синенькие, я просто не знаю, какая из них та, что нам нужна. Точнее, примерно. Это из-за большого количества модов. Ну да. Вот. Сегодня, кстати, с Террасером играли, нашли 21 алмаз. Ничего себе, где это играли? Да, на Ластаске, на Яве, на приватной. Ха-ха, ну вы, блин, даете. На Ластаске, на Ванильке нашли. Да. Причем в его шахте. Вообще. Слушай, Террасера хорошая шахта. А ты что, вообще в темноте копаешься? Да, приходится. Да. Факелы кончились, как темно, но... Это, так, как сейчас берется... я себе сделаю факелов, а тут, блин, тут вообще... Не знаю, как бедный, не знаю, этот шахтер копаешься. Привык уже, привык. Но меня, конечно... меня за это банили, говорят, ты говорили, ты X-рейщик. Прикинь. Ха, да? Лол. У тебя типа есть? Я уголь? Да. Да. Вот, а то у меня уголь закончился. А, ну у тебя тоже, я смотрю, не густо. Да. Ты знаешь, столько таких ресурсов, а угля нет. Даже железа больше, чем угля в этих шахтах. Так, ну ладно. О.
Ну что ж, я пойду, наверное, сейчас попробую сам вообще, чем глубже, тем лучше пробраться. Да, а, мне кажется, я... что нужно как раз вглубь идти. Кстати, зачем здесь поставили два факела? Так, во, слушай, я вроде нашел путь вниз. Так, ладно, не сглазил, оказался тупиком. А, кстати, ты в курсе, что сейчас сделали в Майнкрафте в 1.7.2, я не знаю, как в этом? Да. А, там сделали специальную штучку, называется Halloween Update. Сейчас посмотрю, он работает или нет. А, Halloween Update, ну это как бы... О, тут скелет с тыквой на голове. Да-да-да, это и есть Halloween Update, слышишь? Я боюсь, хэллоуинский хрен. Он по себе точно такой же. Да я знаю, просто прикольно, блин, забавно. А я не думал, что на этой версии Майнкрафта тоже... Ты жив? Да. А! Господи, только... Меня тут все осаждают, слышь, меня просто осаждают со всех сторон. А я тут нашел лаву, как бы, с желтой рудой. А, скелет, господи, чувак! Ты меня чуть лаву достал. Мне кажется, надо звук погромче сделать, а то, блин, я уже это... Не слышу, как крипер сзади шипит и взрывается. Ну ты даешь. А я тут скелета слышал рядом со мной. Крипер, крипер! Я слышу даже твой крипер. Слушай, они что-то застали, почему я? Дай поесть. Шет, дай поесть. У меня вообще ПХП какая-то жопа, извиняюсь за выражение. Приходи ко мне, сейчас угля накопаю, дам тебе и факелов, и еды. У меня с собой. Я как бы хорошее сказал слово, приходи ко мне тут. О, тут рядом иридий. Иридий, так, какого он цвета? Давай начнем с этого. Он не иридий, короче, ураниум. Я не знаю, можем ли мы его сейчас брать, вроде пока мы держим его внутри, мы радиимся. Урадиума тоже... А, крипер! Да-да-да, вот я про этого крипера, ты говоришь... А, еще я... один крипер, ё-моё! Слушай, я вижу эту радиум, а по-моему, тут где-то рядом со мной. Не-не, тут их несколько штук бывает. Mm-hmm. Рядом с ним, главное, не стоит, а то у тебя будет это... Да, ладно, ХП отниматься? Да, а он будет тебя радиоактивить. А я могу кто-то сбросить потом эту радиацию, или она будет со мной постоянно, пока не сдохну? Пока ты не сдох. Слышишь, нет, она будет сбрасываться потихонечку. Ты где? У меня очень мало ХП. Ты подо мной. Ой, над тобой. Да, вот он, я выкопался. Поднимайся, дай поесть, а то я уже просто... Как от криперов, война с криперами. О, буханочки. На тебе две буханки, и у меня еще как бы с собой одно яблоко и две морковки. Такой, знаешь... Мне кажется, пора подниматься наверх, а то мне две буханки не зарегенят. Не зарегенят? Ну, на это давай еще дам. Яблоко тоже не хватит, лучше оставь это себе. Ну, хорошо. Так. Это алмаз или нет? Да. Так, давай, стоп, давай не будем его выкапывать. Да, не выкапывать. Крипер! Иди отсюда! Это как, знаешь, какой этих, вот я сейчас, знаешь, что почувствовал, какой этих всяких, знаешь, делают Cinema 4D эти мультики. Да, вот я начал уже почувствовать себя одним из его участников. А он как-то еще так вылез, реально, значит, я на тебя смотрю, и нет крипера, и бах, есть крипер. Боже мой, тут, я не знаю, тут какой-то спаун мобов, да что за... Слушай, отбивай мобов, тут много алмазов, я их сейчас выкапываю. Выкапывай быстрее, у меня полтора ХП. Тут их 8 штук точно. Ну не 8, ладно, 6, наверное. Короче, что-то странный спаун монстр, значит, вот я убиваю скелета лучника, да? Сзади меня никого нет. Только его убиваю, оборачиваюсь. Я умер. Слышишь? Что? Ты как? Я не вижу. У меня полсердца. Уходи оттуда. Где ты? А, скелет! Иди отсюда! Так. Какая-то же жесткая шахта, я отсюда пытаюсь выйти, я не знаю, каким образом мне это сделать. Нормально, сейчас выберемся. Давай, держись. Я за тобой. Сейчас. Стой. Слушай, не убегай, сейчас тебе еды нам еще, будешь регениться. А я не буду регениться, мне не хватит яблока одного. А, ну ладушки тогда. У меня я еще... иду, короче, к дому, слышь, я пытаюсь к дому подойти. Ну смотри, слушай, я тоже ухожу, сейчас за мной по пятам, сейчас толпы мобов идут просто. Только аккуратно не сгори в лаве с алмазами, а то это будет. Ты знаешь, что это? Там три эндермена и зомби. Ничего, сейчас я им всем, блин, по задницам даю. Давай, иди танкуй. Ага, сейчас. Я сейчас покушаю. Серьезно, мне кажется, я их завалю. Слушай, как мы там пройдем? Там наша база. Ты в курсе, да? Да я в курсе, сейчас я им всем надаю по попе. Так. Давай. Главное зомбяшку сначала. Так, зомбяшка, давай. Молодец, умер. Все, пробегаем, не смотрим на них. Не, смотри, я иду так, и все хорошо, смотри в пол. Вот, я так вот, смотрю, в пол. Вот на базу уже. Фух, все, да, вход на базу, отлично, слышь, мы с тобой отлично сходили, алмазы нашли, столько ресурсов выкинули, осмиума немного взяли, тут еще железо у нас в полу, там, кстати, у нас еда дома есть? Жескач, да, дом, я там сейчас поставил в жарец, когда уходил, очень много. Знаешь, что-то монстров стало очень много спавниться с нашего с того прошлого раза, надо было собак, наверное, брать. А знаешь, почему они спавнятся, мне кажется? Потому что, ну, прогружаются чанки, и, блин, я не просчитываю теперь, что там темные чанки, поэтому нужно освещать шахты. Иначе будешь ходить по этой темной шахте и постоянно умирать. Главное сейчас не сигануть вниз случайно. Так, вот смотри, в печках очень много еды. В печках много еды?
Пустые печки, о, Ну, картошка. в самом начале-то. Картошка, о, картошка. Вот О, моя ты скажи, дорогая. что ты не рад. О, картошка. Так, давай спать. О. Погоди, я Ложись. сначала закинул, пусть плавится в печках все. Слушай, а нам имеет смысл сейчас все закидывать? Нам ничего травить там не надо будет. Ну, по идее, надо будет, но почему? Ну ладно, давай не будем что-то закидывать. Просто Давай. я дробилку придется брать из Thermal Exception, я так понял. Ну хорошо, просто давай будем сейчас переплавлять те ресурсы, которые нам понадобятся для изготовления дробилки там или еще чего-нибудь. Ну давай посмотрим, просто с Thermal Exception, как я тебе говорил, я вообще не работал. Угу. Так, давай сейчас сделаем этот мод. Где он там находится? Так, Мод. слушай.